Станет опять же дубль форс так. Ну какого? Они наши были. Нет, они были четвертым. Нет, 5-6 мы играли. Нет, 5-6 мы играли. Сегодня вот как не стало заслуженного футболиста Виктора Трусилина. Завтра, в субботу в 12 часов в Вилле пройдет матч ветеранов в его памяти. Начало встречи в 12 часов. За церковью. Приглашаются все желающие. Спартак с мячом. Какой-то Вексенсов штрафной. Тарасов. Зачем? Неудачно подставил ногу. И мяч проскальзывает мимо ворот. Олег Леонов. Перевес, что он его старался. Мяч слева в атаке. Долго. Ну, маленько.
окажет помощь Дмитрий Баулин. Возвращается Дмитрий Баулин в игру, прихрамывая. Желаем здоровья. Также в запасе полевые игроки, Алексей Фалет, 28-й, Никита Андрюшин, 2-й, Павел Ефименко, 12-й, Максим Кондрушин, 13-й, Павел Пантаев, 22-й, Тимур Кутович, 21-й, Ваша номер 14, дальний удар от Александра Наташова, мимо цели проходит. Ратына забрасывает на Егора Гришина. Егор. Или Кленова. Не понял друг друга. Егор Гришин или Кленов. Мяч. За пределами поля. Добора уходит от быстрого 20 номер. Помогает не сысай. Удар от ворот. Часов баран в нашу игру. Я влетит в него. Паулин. Для мяча там уж новый. Залетен. Сергеевна. Пачком. Наташова уходит слева. Быстро Александр Поташов, Егор Гришина, Емизов. Все забирает под контроль мяч, но недолго под контроль мяч у футболиста Спартака. Также недолго. Так, залезет с мячом. Удар выше цели в исполнении Александра. Очередной удар от ворот. Клёнов.
Справляется с этим ударом голкипер Боры. Быстро вводит мяч. Бегает в контратаку Борчане. Так, 3 в 5. Ну все. Захлебнулась атака. Возвращается. Неудача подачи голова на полицию Спартака. Все, вот так и стоит. Далеко забрасывает. Барана. Клёнов. На Тараса. Бегает от 26 номера. Горгришин. Залетен удар. Вратаря. Продолжается атака Металлурга. Его неудачно дает Клёнов. Александр Залетин. С мячом Тарасов. Навешивает Гришин. Опускает мяч. Полиция Спартака с мячом. Я сейчас 3-1 даже переборщил. Какой 2-1? Снимает на грудь. Болит спорт с Спартака. Не упускает его. Вау. А, вот когда мяч подходит. Пошел у нас 15 минут второго тайма. Счет по-прежнему 2-0. Два гола были забиты первым таймом. Денис Алексеев, Егор Гришенко. Конец первого тайма. Быстров. Тратына. Дает на Клёнова. Залетен. Блин, сейчас. Блин, мяч. Александр Клёнов навешивает. Защитника. Вот Гришин. Исполнение Егора Гришина 3-0. Еще один красивый удар исполнения Егора. Третий мяч. Ворота команды «Спартак». Бор забил Егор Гришин, номер 17 команды «Металлург». Счет стал 3-0. Все, ребята, давайте не сколько домой. Дубль на счету Егора Гришина. 30. «Металлург», полчаса. «Металлург», только победа. Теперь можно и будет.
футболистом «Спартака». Выиграли, что-то не очень лук складывается этот матч. Ну и я по ворот, счету подходит, трудно будет отыграться. Но этого судья не увидел. Продолжается у нас матч. В руках Вячеслава Баранова. После леса футболиста Кубовского Спартака. Быстро выводит мяч. Пройдет игру. Нарушает правила футболиста Спартака. Налево на Куташова. Баулин. Удается втиснуться Дмитрию. Вот у нас двойная замена. Владимир Степанов на поле. Поменяет у нас Плёнова. Да, у него точно. Гол Маша изменяется. Плёнова? Автор третьей игровой передачи. Нет, именно. Гол Маша изменяется. Он шестой год-то подправил. А, я не ищу. Он либо Иванов, либо не. Скорее Иванов. Внимание! В составе команды «Металлург» произошла замена. Вместо Клёнова Ильи, номер 25, играет Владимир Фимин, номер 11. Сёженький Фимин с мячом. Галётин на Ремезова. Фимин. Непонятно, что хотел сделать Владимир. Падает он. Я так вот с мячом. Ван Тарасов штрафной. Не видит. Ван кому дает передачу. И вот атака теперь от футболистов Бобска Спартака. Тарасов. Планавлю Тарасов, 26 номер Бобска Спартака. Двойная замена. Монтаев Олег Алексеевич вступит в игру. Александр Замлютин. Гришин. Сусаев навешивает вперед Иван Тарасов. Спартака.
Подвигай ногой. Так, сбор с мячом. Чувствуется нервничает голкипер. Спартака. Когда его прессингуют. Часто ошибается с передачами. Внимание, в составе команды «Металлург» две замены. Вместо Вячеслава Ремезова номер 7. На поле вышел Олег Алексеев, номер 28. И вместо Даниила Быстрова, номер 19, играет Михаил Калантаев, номер 22. Олег еще пропал у нас в матче. Чего? Заявлю все. Так, прошло половина второго тайма, счет у нас 3-0. Тоболь отменился, Егор Гришин. Я однажды один открыл краевой счет. Денис Исаев. На ленточке штрафная площадь. На левом фланге. Так, на залете нас. Прессингует вдвоем Ваня Стоборский, Спартак, Александра. Пускает. Залете. Очередная замена представителей города Бо. 37 номер вступит в игру. Пимен с мячом. На залете, да. Убегает от 22 номера Саша. Куташов с штрафной. Пенка. И назначает 11-метровый. Удар. Полный арбитр. Нарушает правила Марчанин своей штрафной площади на Александре Куташове. Егор Гришин идет оформлять хэт-трик. Егор Гришин, номер 17 команды «Металлург». Он сегодня сделал хет-трик. К сожалению, скоро он уйдет в ряды советской армии. И, наверное, это один из последних его матчей. Молодец, Егор! Ой, извиняюсь, не советской, так российской. Все одинаково. Внимание, в команде гостей замена. Вместо Льва Кучина номер 9. Играет Хоныч Дмитрий, номер 37. Да,
Александр Иванович, счет 4-0. 4-0. 4-0 уже. 3-0. 4. Да. Не, он у тебя здесь сыграл. Ему можно. Он там... Металлург, очередная замена. Вместо Даниила Каратынова, номер 8, играет Максим Кондрушин, номер 13. Непонятно, какой офсайд от бокового. Это что такое? Как может быть офсайд, если забил свои ворота? Передача не дошла. Даже не получил мяч. Какой офсайд? Ну чё? Непонятно. Мяч не засчитан. Арбитр определил положение вне игры. К сожалению, я не увидел момент этого положения вне игры. Значит, кто-то футболист Бурцовского Металлурга коснулся мяча ранее. Держать пиш, сообщить, что забыли.
Кстати, как ты шестуешь? Максук Андрошин с мячом. Вот такой фон. Там 0-0 будет в России. Вот отыгрывает Тарасу. Внимание! Владимир. Просьба, родители, уберите мальчика с велосипедом. Нельзя там по беговой дорожке кататься. Внимание, родители, следите за детьми. Нельзя кататься по беговой дорожке, может нанести такую травму. Не вздумай, блядь. Хорошо. Пас удара. И второй пас удара. Замена у нас очередная. Давай нашим матчем. Тимур Кутурин. Место автора хэт-трика. Егор Гришина. Второй пока не вижу кто. Покидает еще Дмитрий Баулин нашу игру. Дает капитанскую повестку Александру Залетину. Так, Владимир Фимин. Внимание, в составе команды «Металлург» две замены. Вместо Дмитрия Баулина номер 23 играет Тимур Кутуев номер 21. И вместо Егора Гришина, героя сегодняшнего матча, играет Никита Андрюшин номер 2. Следующий домашний матч в рамках чемпионата Нижегородской области команда «Металлург» проведет только 2 июля и будет принимать сегодняшних соперников команду «Спартак Дубльбор». А вот в Кубке области команда «Металлург» может провести в Выксе следующую среду в 1/2 финала, может как определить жребий? Или будем играть на выезде, возможно, дома? Это «Металлург» уже записал себе победу.
следующую стадию полуфинального матча встретиться с победителем матча «Салют Солнечный» и «Динардатов». Хозяев первого матча. Замену вратаря. Нужно Польша, а вы что? Ладушев. Ну ладно, за него не дойдет. 4-5. Поздравляем Вячеслава Паранова с таким матчем. Вышла легенда. Думал, там его не подвели. Внимание, в команде «Металлург» замена вратаря. Вместо Вячеслава Баранова номер 1. На поле вышел Артем Ванышев, номер 97. Головой. У нас в матче. Разыгрывается Александр Залетиным. Навешивает. И рядом со штангой проходит мяч. Андрюша? Никита Андрюшин. Оформить гол. Пара заборского Спартака. Рубля. Давай, чтобы банк пропустил хотя бы. А то у него пока ноль пропущено. Сейчас офсайду на тебя пустил. Ну там как бы не было стоит. Давайте, ребят. Так, 3 минуты у нас остается до конца основного времени второго тайма. Так, у нас 4-0. Через у нас Катерикова отметил Егор Гришин и Гришин на счету Дениса Исаева. Вон ворота стоит.
Иван Тарасов. Заля, лупи. Залетен. Бля, ну да. Шахна вышел. Сцене. Олега Алексеева. Максим Кондрушина. Да. Хотел перевесить Максим вратаря после Спартака. Не получил. Да, не все, это сделать. Трогай, трогай. Вот теперь. Бля, я считаю, это основной вратарь. Кондрушин. Навес от Кондрушина. Иван Тарас. Мимо цели. Выигрывает 1-1. 1-0. Не, у них. Он кого получил?